На конкурс дети читают стихи. Жуков Денис, 9 лет, город Киров. Григорий Остер, вредные советы. Если нет у вас собаки, за собой на поводке, поводите по квартире электрический утюг, чтобы он паркет не портил и на коврика уши не лил, трижды в день его на травку выводите погулять. А чтоб вечером грабитель не забрел на огонек, на дверях пишите мелом «Осторожно, злой утюг». Ни один нормальный жулик даже в нос не сунет в дом, где его подстерегает встреча с крупным утюгом.